19 декабря в Украине отмечается День адвокатуры. Юристы, стоящие на страже прав личности, обрели свой профессиональный праздник 10 лет назад. В нашем государстве Институт адвокатуры до сих пор переживает процесс становления. В частности, создаются и реформируются органы адвокатского самоуправления, совершенствуется и законодательная база деятельности адвокатуры. Очередной виток развития этого неотъемлемого элемента гражданского общества произошел в этом году. Институт адвокатуры находится в состоянии определенной трансформации, потому что в этом году был принят и вступил в силу долгожданный закон об адвокатуре и адвокатской деятельности, который впервые создал независимую самоуправляющуюся организацию адвокатов на национальном уровне. До того адвокатура была, можно сказать, определенным образом разрозненная. То есть на национальном уровне отсутствовал какая-либо организация, которая могла представлять адвокатов на основании закона. Сейчас такая организация создана. Представители адвокатского самоуправления уверены в том, что формирование подобного органа повысит доверие граждан к институту адвокатуры, а также поможет более эффективно координировать действия адвокатов.